Чувашия готовится к проведению эстафеты Олимпийского огня. По Чебоксарским улицам факел принесут более 160 человек. Политики, артисты, журналисты, известные спортсмены. Национальное телевидение Чувашии начинает цикл сюжетов о героях Олимпийской эстафеты. Возглавить ее должен чемпион Олимпийских игр, советский лыжник Владимир Воронков. Владимир Воронков родился в деревне Корезино Комсомольского района. Лыжами он увлекся, учась в школе. Первые победы не заставили себя долго ждать. Владимир принимал участие во многих соревнованиях. Всесоюзное золото ему удалось завоевать в 64 году на турнире общества «Локомотив». Именно тогда в нем заметили перспективного спортсмена. Спустя 2 года Воронков стал запасным в сборной команде Советского Союза. Боевое крещение прошел в Швеции, обойдя на дистанции известных мастеров. Но одной из самых дорогих его наград стала золотая медаль на Олимпиаде в Саппоро в эстафетной гонке. Владимир Воронков – заслуженный мастер спорта. Его именем названа спортивная школа в Канаше. И это не случайно. На протяжении 9 лет он тренировал молодых лыжников, которые тоже стали призерами Олимпиады. Дмитрий Ковалев, Республика.